Йоу, туристы, привет всем! Пока позади меня, где-то там по кроссовой трассе катает Виталик. Это совсем еще юный, зеленый в теме эндуро молодой человек. Я решил записать этот отзыв про свой Ванс, которым я уже владею с августа прошлого года. И рассказать вообще, что изменилось, как я сейчас его оцениваю, плюсы, минусы. Приехали на кроссовую трассу, дал совсем еще новичку свой Авантис. Он гоняет на первой же, конечно, передаче. Здесь все у нас сухо, песок уже рыхлый, довольно тяжело ехать. Что я поменял в своем Авантисе? С момента покупки изначально вы покупаете Авантис и такие: «Оу, я купил Авантис, все просто, вышка». Но потом, спустя некоторое время, вам начинает доходить, что что-то не то. Вот, кстати, он и едет. Что-то не то. И как-то он ведет себя, вроде мощи хватает, но почему-то руки, пальцы скручиваются, выбиваются. Как-то подвеска вроде не работает. Ко мне это дошло спустя, наверное, 3 месяца. И в итоге я только зимой дал на настройку подвески. Все это время я катал на китайской подвеске, она не рабочая была. Сейчас ее настроили, сейчас она реально рабочая, реально прям кайф. Давайте начнем с того, что нужно поменять в этом мотоцикле, когда вы приобретаете, что нужно настроить по-хорошему, вот по моему опыту. Я не гарантирую, что это абсолютная истина, но первое, что нужно будет поменять, это цепь звезды, потому что родная цепь мне хватила на 50 моточасов, и она уже начала подбирать звезды и растянулась. Дальше нужно будет поменять резину. Если, например, погода еще лето, то стоковая резина еще пойдет. Но на более такой холодный период она становится очень дубовой. Дальше нужно будет настроить подвеску. Точнее, это даже первое, наверное, что нужно сделать. Настроить подвеску, потому что на то, что китайцы сделали, это никуда не годится. И поменять руль, потому что руль гнется. И нормальная защита, поставить рычагов. Ну, в принципе, и все. Меняйте потом масло и можно гонять. Сейчас у меня уже 78 моточасов. Я прокатился на Сузуки Сережи и могу сказать, что примерно одинаковая по мощности, что 250-ка водянка бросовая, что Авантис. Там, вот, чтобы сказать, что один кто-то мощнее, другого нет. Примерно то же самое. Кабрик зеленый, который не смотрит, куда он едет. На второй передаче переключись. Ну, все мы когда-то были такими, да? Сейчас снимаю с колеса, в принципе, с какого я и переезжал. Вот это колесо, наш небольшой эндуропарк, колеса, двойные колеса, там бревно большое, здесь бревно маленькое. По-разному можно с Авантисом обращаться. Кто-то прям его не щадит, кто-то щадит. Я не супер крутой спортсмен. Я вполне обычный парень, который просто любит покататься. Иногда бывает то, что ты какие-то очень интересные вещи совершаешь, потом удивляешься, бля, как так? Ну вообще, на самом деле, мотика хватает в большинстве ситуаций. Вот реально в большинстве. Я сейчас и по карьеру катаюсь, и огонь. Даже сейчас, когда рыхлый песок, он затягивает. Да, он уже прям вот на последнем издыхании наверху, но затягивает. Но и Suzuki 400-250, она так же сама себя ведет. То есть то, что у нее там 40 кобыл, то, что у нас 35 кобыл, плюс-минус это одинаково выравнивается. И все-таки я приехал один раз, был на покадушку, и там такие чуваки на красачах, на Сузуках, на Хондах. И бац, я заезжаю на горки, там, где они заезжают, иногда они не заезжают, где я заезжаю, они такие, это потом, бля, действительно, Авантис такой крутой мотоцикл, я думаю, такое-то китайское говно, как обычно. Вот, я не знаю, я не катался ни на каких там GR7, Зюмах и прочей херне, которые, ну, как херня, это собрать, в принципе, это не херня, просто там разные комплектующие. Вот, ну я считаю, что по опыту владения Авантис это как бы топовый Китай на самом деле. Да, там есть какие-то нюансы, но на самом деле окей, просто нужно немножко руки приложить. Даже сейчас, когда вот есть Авантис с КТСом,
мне не очень хочется менять свой, когда он уже настроен, все в нем сделано, какой-то с ПТСом. Хотя они сейчас по дизайну прикольнее. Можно просто пластик поменять, я не знаю, что еще придумать. Потому что хочется иногда и в покатушку, и надо, чтобы номер был, ну, хотя мы и без номера. Бывает кота и новичку использовать, и более профессиональному спортсмену. Данила Черняев участвует в профессиональном спорте и занимает призовые места первое и второе, третье, какой получит. Новичок катается, тренируется. А мотор 177 надежный и особо не подводит на самом деле, если за ним следить. Единственное, вот минус, если говорить, начинать про минус, то не хватает отнять 20 килограмм веса. Было бы огонь, потому что я на Сузуке посидел, и там он настолько легкий, этот мотоцикл, что прям после нашего коня это очень кайфово. А так примерно то же самое, я заезжал на горку на Сузуке, и на этом там просто нужно привыкнуть к мягкости сцепления. Ну, кому могут позволять финансы, можно купить двухтактник за 12 штук, за 10, но кого устраивает, можно. Сейчас мы спросим. Глуши мотоцикл. На красную. Сколько кругов проехал? 3-4. Ну и как? Как Тимотик вообще? Нормально. Конечно. Я даже на второй передаче наслышал. На второй ты даже? Он даже на второй передаче переключился. Обалдеть. Так а что по мотоциклу скажешь? Плюс и минус. Ну вот и прокатился, плюсы и минусы. Офигенно. Мощный. Мощный. Тяжелый, наверное, минус, да? Да, по сравнению с тем, что я первый раз еду. Нормально. Нормально едешь. Я же про мотоцикл спрашиваю. Засрал мне весь бачок. Хотел бы себе такой, да? На халяву, да. На халяву, да. Вот ну, так. Руслан подарит мне, конечно. А что вентилятор работает? У нас даже ноу-хау на мой тумблер для выключения вентилятора. Вот этот вот. Китайцы не додумались поставить заранее. Так, вживую мы сейчас покажем то, что мы поставили еще дополнительно мотоцикл. В общем, подвеску мы настроили, это было говорено. Вот, подвеска работает, перед точно. И зад работает. С таком мотоцикле так не работает. Поставили защиту крышек с этой стороны и с той. А защиту радиаторов, потому что они были бы уже, наверное, сломлены. Вот это вот от армы защита, в принципе, нормально служит. Руль поменял на ренталовский, потому что родной гнется. Вот этот вот ноу-хау. Затягивать его куда-нибудь из болота, вытягивать еще спереди. Надо такое же сделать, чтобы мы могли помочь. Потому что на Саревах хватались за наклейки. Наклеек больше нету, зиму они не пережили. Они все отклеились нахер. Можно заказать свою графику. Еще защиту рычагов надо поставить. Вот этот рычажок отломался прям четко так, краткоходка стала. Защита у меня есть, защита днища, которая бесплатно мне досталась, с двойки металла. Она уже пожила, повидела многое, но выполняет свои функции. И плюс еще, наверное, 5 килограмм веса добавил, да? Колодки поменялись уже, задняя цепь, звезды тоже поменялись.